Так, и царапая. Такая работа. А как вот инструмент называется? Чапахи. Чапахи? Чапахи эти, А как он, из чего состоит вот, вот это дерево? Это старые люди делали. Вон, у нас эти мамоны еще. И дерево, тут вот иголки какие. Иголочки. И вот забьются гвоздичками. И царапаем, это от мамы остались чапахи. Берегем их, маму вспоминаем. Вот так. Что, еще или не надо? Ну, еще немножко, да. Вот. То есть берут вот такую необработанную совсем шерсть, да? Это вот шерсть? Да, это овечья. Овечья, да. Овечья. Овечья стригем шерстку через 4. Все по-разному, какая шерсть растет. Длинно будет и со стригем. Вот. Небольшой пучок, да, берут? Ага, небольшой. То есть задача такая, чтобы она как мягкая стала, она, да? Такая? Чтобы без каких-то комков, мягонько. То есть как расчесываешь ее, да, получается. Когда она мягкая. И мягкая становится. Да. Ну давай. Подожди, я уж царапаю. Мастер пришел. Кто шел там, разговаривал? Артем Саника за водой пришел. Да. На свой колодец. Даже к вам ходят, да? Некоторые ходят. Водопровода-то нету, да? Так берете нету. Воду? Нету дома. Ага. Некоторые делают, но мы что-то пока еще не сделали. Ремонт дом делает, тогда, может, сделаем. Ну и все. Иди, Володя, царапай. Володя. Иди цапай. Вот эту шерстку нацапаем, вот это замнем. Вот так ей. И потом вот сделаем, как завяжем и придем. Придем, потом привязывается на прялку, да? Ага, на прялку завяжем. Вот так завяжем на прялочку. Эту вот шерстку можно сунуть сюда. Так и сюда. А вот смачивать не надо ее немножко? Нет. Нет? Это не делается, нет, да? Смачиваем. То есть она сама собирается в нить сама, такую, она, да? Так подправляешь и ей придешь. Есть прялки. На тех, конечно, легче, но мы по старинке все еще. Я не могу на прялке плести, потому что она очень быстро, а тут надо медленно, чтобы хорошая прядина получилась. Мария-то Абрамовна вам не показывала? Не, а прядина это что такое? Прядина вот это. А. Это вот прядина, нитка-то это. Две нитки, вот два таких, двоярядим, вместе их сделаем. Выскем и вяжем.
А, давай, прыгай. Носки, получается, чего еще вяжете? Рукавицы не вяжем, носки все вяжем. Mm-hmm. Некоторые рукавицы всякие вяжут. Mm-hmm. Мы пока носки. Рукавицы, до рукавиц не дошло еще. Mm-hmm.